будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения на современном уровне, имея в виду современные тенденции в сфере вооруженной борьбы, в области военной стратегии и тактики, и, конечно, опираясь на колоссальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. В приоритетном порядке будем наращивать поставки войска на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийное производство. В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих, новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики.